Всем привет! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Фатуна. А меня Виктория. Я дочка Фатуны Фатуна. А это Гена. Гена у нас в гостях. А, это камера, она там... Она снимает, и она... Я новый день начала, поняла? Дочь, взрысни влево. После вот этих, как так, после масок борода не в порядке становится. Я не люблю эти бороды. Ой, маски тягать. Особенно сегодня было, знаешь как, заходим, подходим к Макдональдсу. А, у тебя ж маска лохматит бород. А я говорю к Макдональдсу. В Макдональдсе все сидят, ну, без масок. Ага. Мы заходим. Одернить маску. Сразу, одернить маску. Я говорю, зачем, если я сейчас буду брать, ну, кофе, ну, чтобы... Потому что их штрафуют, где. Понимаете, так все сидят без масок, ну. Смысл мне сейчас вот это одел, купил, снял, ну, да, ну, говорю, ну, да. Говорю, вообще как-то оно неадекватно все. Ну, да. Анечка, ну зачем ты там? Ага. И она же не виновата. Я говорю, ну. Ну да, я тоже так считаю. Я... Понятно, что она не виновата. Ну, такие законы, короче. А вот и Аня. Сейчас вам Анечка, Миша в спальню подготовит, и вы можете себе. Поэта. Дайте дяде Гене. Да что тут? Если что, переодеваться ваше. Мне надо просто эти рубрика «Чё купила?». Да, у меня видео начинается с рубрики «Чё купила?». Так, это ваш чай забрать вам. А что это? Потому что объясни. Дочь, это кинь туда. Ты куда купила? Иди, Анютка, отдай тете Ане вот эту сумку. Показываю. Кто тебе сказал? Да, там разные Киви. Составы. Может. Киви. В общем, что купила? Кола, две пачки вот сока. Это у нас спагетти с твердых сортов пшеницы, потому что будет спагетти с морепродуктами. Это колбаса на утро, чеснок, имбирь, потому что надо. Свежий имбирь маринованный все любят. Помидоры на морепродукты будут. Здесь морской коктейль, здесь креветки, здесь гребешки и мидии. Это все будет соус. Яйца на утро. Это приправы. Это я взяла посыпать сверху спагетти. И вот оливки еще вот такие вяленые. Аня сказала вкусные. Томат, соус сладкий чили, перчик и помидоры. Вот два помидора тоже на соус. Масло на спагетти. Это сыры для ужина. На ужин попьем травяной чай, сыр. И что еще? И все. Потому что у нас сейчас уже поздно, часа три, и будет обеда-ужин. То есть я сейчас приготовлю, мы в 5 часов поужинаем, 4-5, и пойдем на боулинг. Так что все, я приступаю за готовку. В общем, время летит незаметно, а главное очень быстро. Спагетти уже готовы здесь. И что еще у нас на столе? У нас лаврушечку надо достать. У нас соус с морепродуктов. Красный, вкусный, похож на суп гаспачо. Здесь кальмары мы присыпем на спагетти. Короче, на тарелку пойдут спагетти, на спагетти соус и на соус кальмар сушеный. А еще имбирь, помидорчики, и сок, вино и сок томатный, и кола. И Виктория красавица, и Алексей молодец, и Анютка. Нам приятного аппетита, мы кушаем. Мне почему-то кажется, что мы спешим, а на самом деле мы не спешим. Мы можем спокойно сидеть, кушать. Но мне вот тут бегом, бо я... Боюсь не успеть куда? На боулинг? Ну так еще ж время есть, да? 4 часа. Угу. Так, нет, как бы чуть выше. Вот эту сыплю тебе. Конечно. Посыпуху. Все. Можно было еще, кстати, сырочек. Да. А такие же морепродукты можно еще со сливками тоже делать. Но да. Мне со сливками не заходят. Мне больше нравится. Ага, с томатом. Все, вот так вот выглядит порция. Мы еще не кушаем, мы ждем всех. Я теперь всем накладываю. Дали бахилы. Я говорю, бахилы на голову. И, знаете, так еще поправил, чтобы кисточка висела. Так пионер всегда готов. Аня уже оделась. А я еще нет. Да, это пакеты для обуви. В общем, приехали Виталик с Оксаной. Оксанка поздравила Аню. Аня качество рассматривает, потому что у Ани был день рождения, Оксанка ее поздравила. А мы ждали. А мы так долго ждали мужиков, пока они брали вот там вот обувь, что уже можно было подумать, что они эту обувь шили. Но не шили. Ой, мне нравятся, мне идут. Они, кстати, красивенькие, да? Да, такие вот. Вот эти красивые. А у меня не красивые, у меня мужские какие-то, глянь. А у тебя прям красивая вот эта мешковина. Да.
Давай. Один игра закончилась, мы как на вокзале. Забрал Виталик обуви кучу, нес как виноград гроздья. Время, конечно, пролетело быстро, но полтора часа много. Я за час устала, и уже и спина ноет, и плечо, и рука, поэтому уже не играла последние минут 20. А где дядьки? А, тут сделали второй зал. Да, как красивенько. Огромный зал прям отдельный сделали. Тут все большие столы, вот это маленькие. Это вы про что? За вами наблюдает скрытая камера. Искала, нашла. Что искала? Нашла. Вот ты раздеваемся, я камеру искала. Мы уже дома. И тут Яна. Ой, красавица. Миша, можешь возле Яны стать? Вы просто так похожи сейчас стали. Яна не накрашена. А говорят, что самая идеальная пара, когда они похожи. Яна на дитину похожа, да? Не накрашенная. Что дитя таки вообще? Когда накрашенная, такая цаца. Вот ты себе так 40 выглядела. Такая цаца. А, ты кучерявишься ж, да? Да, все, уже кератин закончился. Так хорошо. А я буду делать. О, господи, сынок, ты чихаешь, как мужик чужой. Ну ты вымахала. Да, это только начало. Что начало? Где вот это? В процессе. Где? Да. Где? Оно должно, оно вот. Оно грудь. Шарик должен. Что там шарик? Шарики там, где надо, там. Дядя Гена, ну шарики есть. Подожди, сынок, покажи кеды. Говнодавый покажи. Я. Вон. Ну и Глеб так не хотел, да. Забываю постоянно, как они называются. А ну, коньки. Хотите, Миша купил новые себе ходули. Конь, они как коньки, что? Зачем вы перевернули? Пересыпь его. Ты понимаешь, что его грязь ложили. Это чистый пакет, ты понимаешь? Послушай, это чистый пакет. Мне его дали с набора. С набора. Я туда перевернула. Виктория строит из себя цацу. Я туда перевернула, а вы пересыпите. Миша купил себе кроссовки, кеды, что? Штаны. Это ботинки. Зимние. Ботинки нативы. Нативы. Ну да. Вот тут. Нативы. Тоже хотел. Возьмите вы. Вот. А я говорю, чисто да, коньки да, без лезвий. О, я тоже так хотела. Коньки без лезвий. А еще... А судя по... А еще... Нет, мне нравится. Короче, это бесполезно. А так как Михась еще любит ходить в штанах таких коротковатых, то он выглядит очень интересно в этих коньках. Я все тоже таки хочу. Слад, нет, я с тобой ходить не буду. Все, мы переодеваемся, мы хотим попить чайку и ложиться спать, потому что утром Гене с Аней рано очень вижу. А вы на чем едете? На маршрутке или на поле? Немножко. Ты встань возле меня, чтобы тебя слышно было. Ты же поешь классно. Аня, кстати, классно поет. Я на кухне. Я на кухне, я делаю быстро травяной чаек, мы попьем чайку. Вы видите, какой у нас травяной чаек? С колбаской, с сырами. Я просто забыла. Я, конечно, достала скумбрию, Аня подарила вчера. И забыла к столу подать оливки или маслины. Маслины. Поэтому сейчас их открою, выложу. Может, салатика подрублю, а может, нет. Она согласилась, она против. В общем, что давай. Вот, помада. А? Че против вы кератина? Потому что после кератина волосы слабенькие. Их надо очень сильно много масок делать. Как бы я не то, чтобы прям против-против. Я чисто вот... Вот это помада, она же. Ну она прям яркая, но она не такая классная, чё. Ну вот я посмотрю, как она будет у меня сейчас держаться, потому что все такие помады, они у меня потом реально... Я у тебя сфотаю на всякий случай, или попробую, может, знаешь... А вот попробуем. Вы у меня сухие, не мое, у меня губы маленькие, ну и возраст. Это вон этой,
Яна любит матовые, темные, поняла? Ну, вообще вот. Ну, я просто сходую. Да, ну, да. Такая нравится? Да. Попробуешь. Давай попробуем. Это Oriflame какой-то. Нет, это не Oriflame. Oriflame у меня дома, я его не привезла. А это то, что мне вот Ксюха подарила. А я думала, это та, о которой ты говоришь, какая-то там. Да, какая-то там, которую я хотела взять и не взяла. Ну. Як би коли сказала ти мені стати твоєю. Конечно же, мы на ночь глядя. У нас распевочки. Як би коли взяв би я тебе. Да, ну, и за тобою поплыть. Это распаковывать, Фанюшка? Да. И на тарелочку як там. Салат ты будешь делать? Да я не знаю, я думала погрызть, а сейчас уже сомневаюсь. Не буду я так, ничего. Куда я его дичь? Убираю там. Материалы. Это намалю себе, нафарбую губья. Намалюй собі губелики. Намалюй собі. Про те будеш знати. Потрібно воно тобі. Я це там саме холодно. Треба опускати там ніж. От то знаєш, що у кожної людини різні губи. Різний склад, різний все. Я просто якраз недавно накупилась помадами. Вони мені за все время не волнуються. На столі все розкидано, розсипано. Не знаю, хто як. Я люблю вот так, когда сыр и рукола. Потому что рукола орешком прям имеет вкус такой явно ярко выраженный ореховый. И сыр очень вкусно. Мы уже сидим тесным очень кругом, вот таким вот. И все над столом наклонились и жуют. Да, Гена? Да. Скільки коштує? Смотри, Елісій, давай ти розказуй, що мама розпинається. Заходите на мастер-снек, заходите на пост. Короче, мені треба ссылочку, щоб кинути. Да, вот он тебе лучше так сделать, там все розписано. И под влогом тоже добавите ссылочку. Да. Боже, як всі люди переживають, Елісій, за тебе. Это тебе не мамка. Макота. Ладненько, я выключаюсь, мы кушаем. Скажите, а что еще? Мы же с Яной взяли себе ведро попкорна. Ну такие, типа свои одногруппники заказывают. Нет, тебя дядя Гена спрашивает сейчас, есть что-то? Сколько там оранжевых? Вы все оранжевые отдали. Спасибо. А вы слышали про игру «Настольные крысиные бега»? Да. Нет. У нас нету ее. Можно что-то поиграть, кстати. Что покупать. Она там... Обалденная. Она дорогая, но крутая. Можно к Назару съездить за гитарой, и дядь Гена попоет. И дядь Гене уезжать в 7 утра. Да и шо? До 7 утра времени много. Ездит. Давай включу. Я думал, а ну что же, скажи, была гитара? Да, давным-давно. Еще мне... Почти 4 года назад. Вы видели сколько? А я такое счастье испытала. Еще специально позвала меня. Они как одинаковые. Два дурники, смелодии, лохмачи. Мишка, ты смотрел «Гости из прошлого»? Мальчики, они там... Типа на черпалатке, там типа они же взрослые, а это маленькая. Мне тоже хотелось быть взрослой. Вот дайте урваться. Давайте. Мама куча, куча мала. Помнишь? Я не буду урезать вас. Там на камень наделали. Знаешь, на перегонки туда руками. Надо самые оранжевые, вот такие вот. Можно? Мне не жалко ничего. А мне жалко. А еще найди. Ну, прошу. Дали на машину. Глаза не смотрят. А еще найди. Там я. Яна! Ты шо? Виктория! Снимай, дурочка. Попросили дурочку постельное застелить. Вылазь. Застилаются. Все, застилай давай и кухню убирать. Виктория переселяется на раскладушку к мальчикам в комнату, а мы с мужем в зал. Виктория сказала ей застелить кровать по себя. Короче, заселить себя на раскладушку. Она залезла в пододеяльник и танцует. Я, конечно же, поорала.
А чё Елисей, доця? Давай сама. Чисто. Доця. Ходи. Давай тогда на кухню шуруй. Харе трусить. Это бесполезно. Вечер. 11 часов. Никак не, улаж... не укладутся спать. Еще кухню надо убрать. А завтра? 11. Да, 11. Да. 12, как ты говорила до этого. А что-то я думала 12. Ну, у тебя всегда на час позже. Давай, Дот, стелись и кухню убирать иди. Дотя, а где...